Так в данном случае я напоминаю и буду делать это неоднократно. Потому что только именно так и работает телевидение. Оно вам неоднократно показывает. Неоднократно показывает не один раз в день, не одну неделю, даже не один месяц. Для того, чтобы вы поняли о том, что телевидение рулит везде и всюду и всегда. К слову о том, что телевидение рулит везде и всюду и всегда, я вам сейчас объясню дивную другую ситуацию, да? То есть вам по ушам проезжают, что интернет рулит. Ну, в связи с тем, что у меня небольшой интернет-канальчик есть, да, YouTube. Так вот, поверьте мне, я там ничего не зарабатываю, хотя этот канальчик у меня уже 12-й год подряд. Ну, там какие-то абсолютно небольшие деньги. Это абсолютно небольшие деньги, они, в принципе, не влияют никоим образом ни на что. Ну, ни на что они не влияют. То есть, ну, там я могу себе позволить небольшой телефон купить за 2 года одну штуку. Понимаете, да? Телефон недорогой, в пределах $200. То есть, вот это называется бизнес интернетовский. Что такое интернет? Что такое маркетологи? И маркетологи интернета — это примерно из той же оперы. Я еще маркетологов наркотологами называю. То есть наркотологи, они, во-первых, для чего и для кого они создают свое типа образование, что они самые крутые специалисты? Для вас, естественно, вы же им бабки платите. Они вам сказки рассказывают про что и кто, и что, и их смотрят. А вы им верите. Но, ребятки, вы платите ровно столько же, сколько я говорю, платите мне, и вообще никаких проблем не будет. Потому что, платя мне, вы понимаете результат. Я работаю на вас, на ваших клиентов, и в итоге все становится красиво и ровно. Мы сейчас почему тут говорим в программе «Автостоп». Сейчас я расскажу, почему. Потому что у нас в большом количестве уже появляются молодые люди. Молодые люди. Вы выходите в ваше будущее, и вы забываете дивное правило. То есть, вы думаете, что вы не сможете таким же образом прикурить вот, тем, кто гораздо старше вас. Да бросьте вы, конечно, вы сможете это сделать. Конечно, вы сможете это сделать. То же самое, что делал в свое время СВ-авто. Он ровно полгода со мной поработал, и за полгода он поменял все, купил все практически новое себе машины. Вы это тоже можете делать, работая с телевидением. Давайте зададим вопрос, кто еще круче работает. Хорошая тема. Хорошая тема. Я вам честно буду говорить, что, по сути, по-моему, никто круче меня и не работает. Потому что для меня телевидение — это, в общем-то, как часть хобби. И, в общем-то, это, как моя часть хобби, она должна работать для, во-первых, вас, естественно. Потому что мне задают вопрос: Алексей, ты же, в общем-то, раком болеешь. Я даже знаю, что я раком болею. Сегодня нашел тот метод лечения, который мне бы позволил вылечиться. Но там сумма 1,5 миллиона рублей. Я попробую их собрать, естественно. Но вопрос возникает, как такую сумму-то обналичить. Я даже знаю, кому, если что, я подойду. Ну, проверим. Другой вариант. Каким образом вы можете со мной работать, используя то, что я вам говорю? Обратите внимание, я все говорю в одном стендапе. То есть нету ни склеек, ничего. То есть надо, во-первых, это еще и понимать, что человек, который готов вам это делать все в голове своей, у него есть дивная возможность вам все это дело донести в одном стендапе. Склеек тут нету никаких, естественно. Зачем это нужно? Непонятно. Другой вариант. То есть вы хотите со мной поработать, но у вас возникает вопрос: а как можно поработать с Алексеем Челейкиным? Окей. А, крутизна. Ну, телевидение — это одно хобби. У меня есть еще и другое хобби. Я очень сильно люблю автомобили. И, естественно, кое-кто может эти машины восстановить. Кое-кто может эти машины покрасить. Кое-кто может на этих машинах поменять пороги. Кое-кто может проварить. Господа мои, все есть для вас. Все есть для вас. То есть приходите, мы с вами договоримся. Сделаем все красивое про вас. И в результате тот будет самый пинок. Приходите, пожалуйста, люди, которые только-только вышли. Вы захотели заработать деньги, да никаких проблем. Возникает другая ситуация, то есть называется у нас пенсионная реформа. Но если у вас будет что-то красивое и рядышком с домом, вы просто записываетесь и начинаете работать на себя, есть такая сейчас возможность. Может быть, вы возьмете там, я не знаю как,
и что это делается, но вы можете работать на себя в своем доме. Это красиво и ровно. И на себя, и давайте не будем говорить, что количество машин уменьшится. Да никогда оно не уменьшится, оно будет только-только увеличиваться. Количество умных людей, которые что-то разбирают с машинами, их меньше и меньше и меньше всего становится. Потому что, ну, как бы вам сказать, девушке сложно объяснить, почему у нее колесо начало немножко правее смотреть и поджирать. Или, допустим, очень сложно объяснить, что, допустим, бензина настала слишком много. Она этого не понимает. И таких девушек становится еще больше. Мало того, машины также бьются и биться будут. И будут биться бесконечно. Это отличный бизнес для тех, у кого есть голова. Но другой вопрос возникает. Ну, машины-то бьются, это понятно. Другой вопрос возникает, как они будут расходовать свои запасные части, шрусы и все остальные вещи. Они также их будут расходовать. Даже если это все дело перейдется в разряд электрических автомобилей. Вот ваша тема. А я, как человек с телевидения, могу вам только очень сильно и грамотно в этом деле помочь.